В редакцию телеканала «Арктик ТВ» поступают жалобы и видеообращения от жителей населенного пункта «Оленья губа». На кадрах, снятых северянами, видно, как самосвалы скидывают с причала в залив что-то похожее на снег с песком. Чтобы узнать, кто и почему производит работы, о которых александровцы ничего не знают, съемочная группа отправилась на пристань. Доступ к причалам не охраняется, и подъехать может любое транспортное средство. Но, судя по паспорту объекта, здесь выполняются работы по реконструкции, которой занимается 4-е главное военно-строительное управление Министерства обороны. Мы не можем дать точную оценку действиям такого подрядчика, однако, судя по тому, сколько песка и снега сбрасывают в залив, возникает вопрос, не нарушена ли технология выполнения работ. Просим разобраться в данной ситуации компетентные органы.